В таком расширенном составе члены Одинцовской общественной организации ветеранов войны и военной службы собираются нечасто. Для этого нужны серьезные причины. И 25-летний юбилей со дня образования из их числа. Вы остаетесь в строю. То есть вы чувствуете свою значимость, необходимость, нужность, и это очень хорошо. У каждого человека, сидящего в зале, своя непростая судьба. Объединяет собравшихся одно – не безразличие к тому, что происходит вокруг. Вы как были душой, так и остаетесь молодыми людьми, потому что вы находите время, невзирая на какие-то проблемы, любые проблемы. Вы можете собраться, побеседовать, порешать какие-то свои вопросы, обратиться к главам наших поселений. И это отрадно, потому что я знаю, что вы самые главные неравнодушные профессиональные люди. Лариса Лазутина поздравила собравшихся не только от своего имени, но и от имени главы Одинцовского района. Она же и вручила членам организации подарки, чайный сервиз, памятные медали и денежный сертификат от Андрея Иванова. Решением главы Одинцовского района Андрея Робертовича Иванова он изыскал средства, и вот такой замечательный день юбилея вам вручаем мы сертификат на получение 80 тысяч рублей на приобретение оргтехники. С праздником вас! После официальных речей концертная программа, открыл которую ветеран Великой Отечественной войны Владимир Веретенов, в очередной раз доказав, не стареют души ветераны. Офицеры, поем, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию, за свободу. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».